Для Юлии Тимошенко готовят новую палату в Германии, в клинике Шарите, утверждает Deutsche Welle. Так ли это, узнавала Татьяна Лагунова. Чем ближе саммит в Вильнюсе, тем чаще в СМИ появляются сообщения о приезде Юлии Тимошенко на лечение в Германию. Самое свежее и сенсационное: в Берлине якобы уже готовят палату для бывшего украинского премьера. Журналисты ссылаются на анонимные источники в медицинских кругах и даже называют вероятный период приезда – середина-конец сентября. Мы пытались получить комментарий в клинике Шарите. Ее врачи курируют лечение Тимошенко. Целый день представители больницы проверяли эту информацию, искали спикера, под вечер ответили письменно. В конце июня 2013 года немецкие врачи обследовали Юлию Тимошенко в Украине и рекомендовали провести операцию. Госпожа Тимошенко отказывается от хирургического вмешательства в Украине. Предложение Шарите о предоставлении медицинской помощи остается в силе. Что касается актуального развития ситуации, мы, как врачи, не можем давать никаких комментариев. Впрочем, кое-что узнать все-таки удалось. Если Юлия Тимошенко приедет в Берлин, есть два варианта ее размещения. Первый, собственно, сама клиника Шарите, второй – больница Medical Park. Эта клиника сотрудничает с Шарите, специализируется на ортопедии, находится в тихом районе, недалеко от аэропорта. С Medical Park мы тоже связались, звонку не удивились, но отвечать не стали. Не комментируют возможный приезд и немецкие чиновники. У меня нет такой информации. Я могу только добавить, с Украиной мы ведем постоянный диалог по разным вопросам, и в этом диалоге выражаем готовность принять Юлию Тимошенко на лечение. Больше никаких деталей озвучить я не могу. Не на камеру чиновники добавляют, если Юлия Тимошенко приедет в Берлин, то произойдет это точно не в ближайшие недели. Сейчас в Германии заняты подготовкой к парламентским выборам. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов, подробности, немецкое бюро телеканала Интер. Сергей Власенко, защитник Юлии Тимошенко, ждет официального приглашения на ее лечение за границу. Соратники экс-премьера в парламенте то ли не в курсе, то ли что-то скрывают о возможном лечении их лидера в Германии. Була офіційна публічна заява уряду Федеративної Республіки Німеччини та міністра закордонних справ пана Вестервелле, що уряд Німеччини готовий зробити все для того, щоб прийняти Юлію Володимирівну. У нас немає ніяких новин, і ми вже, скажімо, в сотий раз повторюємо нашу позицію, що Юлія Володимирівна Тимошенко невинна. Ну, наскільки мені відомо, лікарня Шаріте і не спростувала, і не підтвердила це. Пэт Кокс и Александр Квасневский, наблюдатели от Европарламента, сегодня в который раз приезжали в Харьков навестить экс-премьера, но, как и прежде, ничего не комментировали. После общения с Тимошенко уехали в сопровождении эскорта ГАИ.